Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 102 на странице 46 рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакиной. Прочитайте. Московский Кремль, Балтийское море, Василиса Прекрасная, Божья коровка, Индийский океан, Майский жук, Кощей Бессмертный, Снежная королева, Черная смородина, Большая медведица, Розовый фламинго, Уральские горы. Подчеркните имена прилагательные. Обсудите, почему одни имена прилагательные записаны с заглавной буквы, а другие со строчной. Московский – это название Кремля. Балтийское – название озера, моря. Василиса Прекрасна, прекрасно это характеризует имя. Божья коровка – название насекомого. Индийский океан – название океана. Майский жук – название насекомого. Кощей Бессмертный – это имя сказочного героя. Снежная королева – имя сказочной героини. Черная смородина – название растения. Большая медведица – название созвездия. Розовый фламинго – название птицы. Уральские горы – название гор. Названия насекомых и растений пишутся со строчной буквы. А названия морей, имена сказочных героев, созвездий, гор пишутся с заглавной буквы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.